Такую девушку трудно не заметить. Двухметровая красавица, модельная внешность и отлично сложенные фигуры привлекают внимание за десятки метров. Модель, актриса, баскетболистка, спросите вы. Почти. Могилевчанка Екатерина Ковалева, 25 лет, чемпионка мира по кикбоксингу, восходящая звезда смешанных единоборств ММА и профессионального рестлинга. Мы встретились с ней у звездочета. Рядом с такой девушкой даже с моим немалым ростом чувствую себя неловко. Катя родилась в Могилеве, в микрорайоне Фатино. Ходила в 41-ю школу. Была первым водолазом-спасателем. Серьезно, в школе? Да, в школе. Это был профильный класс в республике первый. В детстве Катю отдали на акробатику, но глядя, как родной брат молотит по груши, девочка выбрала единоборство. Она начала с карате, где стала чемпионкой страны, а потом добивалась побед и в тэквондо, кикбоксинге и тайском боксе. Первый учитель и тренер, который многому научил Катю и еще многих белорусских чемпионов, Владимир Анатольевич Тарасенко. Приехав в Могилев навестить семью, девушка продолжает тренироваться, вызывая неподдельный интерес в любом фитнес-клубе. Четыре года назад, на время реабилитации после травмы, Катя уехала работать в Бахрейн, где уже сама стала тренером по единоборствам и, между прочим, обучала членов королевской семьи. А потом могилевская красотка решила вернуться в спорт и меньше чем через месяц после возвращения выиграла чемпионат мира по кикбоксингу в Сербии. Там же ее признали лучшим бойцом турнира. Это была первая золотая медаль в истории белорусского кикбоксинга в разделе «Лоу-кик» среди женщин. Катя хочет меня вытянуть на ринг. Ты попал. Да, я написал как бы уже записку объяснительную завтра, если что, на работу я не выйду, поэтому можно небольшой спарринг. Катя, можно спросить, если здесь, если вы уже опасно, она еще перчатки не одела, нормально, покажу. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас ракушка защитная на всякий пожарный купе? Себе. Как ты себя чувствуешь? Отлично. Это, в принципе, я 4 раунда лидировал, просто поддался женщине. Пускай Фатинская победит сегодня. Последние 11 месяцев Екатерина живет недалеко от Майами. Попала в США случайно. Хотела отдохнуть и в путешествие по привычке взяла экипировку. Да, я готовилась к чемпионату мира по муай-тай, который должен был пройти в Швеции. Но так как все отказались со мной драться, я расстроилась. И решила, что хочу я отдохнуть у моря, у океана. Поехала на 2 недели. В Майами познакомилась с ребятами, среди которых был двукратный чемпион мира по кикбоксингу. Он-то и предложил съездить с ним, посмотреть, как ребята тренируются. И вот тебе на. Сейчас могилевчанка Екатерина Ковалева спаррингуется со 120-килограммовыми тяжеловесами, известными бойцами ММА и UFC, Энтони Джонсом, Стефаном Штруве и другими. Несмотря на большое количество тренировок, утром и днем Катя успевает учить английский язык. Не забывает и про социальные сети, где у нашей красавицы большое количество подписчиков по всему миру. Теперь белорусская чемпионка Катя Доминатор Ковалева собирается покорять профессиональный рестлинг, где, мы уверены, она всех загасит.